В республике прошла всероссийская акция «Ночь в архиве». В этом году она была посвящена трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Архивы в завершении рабочего дня пустеют. Специалисты спешат завершить свои дела, уходят посетители. Но в этот раз жизнь только началась. Пригласив в гости жителей республики, сотрудники постарались подготовить им интересную программу. В Государственном архиве современной истории давали мастер-класс по реставрации архивных документов. Открыло свои двери хранилище «Святая святых», где собраны бесценные для истории документы. Это великолепная возможность для каждого жителя республики ознакомиться с нашими фондами, с нашими архивами. Мы, кроме того, посмотрели, как работают наши сотрудники в архивах. Это ювелирная такая работа по восстановлению документов, по подшивке этих документов. И достойно уважения этот труд. Государственный исторический архив Чувашии представил гостям архивные документы о героях Великой Отечественной войны. А госкиностудия «Чувашкино» показала отрывки художественного фильма о подвиге женщин-строителей Сурского рубежа. Мы подготовили фрагменты фильма, который мы сейчас снимаем уже на протяжении более чем полугода. «Сюда не ступит нога врага». Фильм будет сниматься, вернее, снимается и будет представлен зрителю на чувашском языке. Пригласили для выступления участников съемок этого фильма. Фильм, я думаю, что удастся, премьеру проведем в мае месяце. Подобные акции помогают жителям Чувашии больше узнать об истории своего народа и посмотреть на работу архивистов изнутри. Ольга Семенова, Алексей Зотиков, Павел Редков, Республика.